Приветствую вас, друзья мои, это Тимур Ханов. Охреневший Тимур. Почему охреневший? А потому что вчера на суде, оказывается, на том суде, где нам с Антоном Картавиным полиция за свою работу 31 января предъявляет иск на 3 миллиона, так вот, на том суде нам показали документы, по которым теперь ясно, что каждый полицейский в России, выходящий на обеспечение порядка на несанкционированных акциях, получает большую премию, большую, ну, по крайней мере, по отношению к зарплате рядового полицейского. 28 800 рублей за каждый выход. Теперь понятно, почему полицейские стараются вести себя добросовестно, чтобы получить эту премию. Получают ее не все. Но меня одно удивляет, почему я охренел. А почему полицейские, потратив более 50 миллионов... 3 миллиона предъявляют мне. У них что, не хватает денег?